Приветствую вас! 7 октября день рождения у Владимира Владимировича Путина. Президент за два с половиной часа провел 10 телефонных переговоров с зарубежными политиками, принимая поздравления с днем рождения. Начал принимать телефонные звонки Путин с 10 часов, и спустя два с половиной часа число звонков от зарубежных политиков достигло 10. По словам Дмитрия Пескова, во время подобных поздравлений собеседники традиционно обсуждают и рабочие вопросы, в том числе отношения между странами. Поэтому первая половина дня фактически носит рабочий характер, отмечает Песков. Пресс-секретарь не уточнил, с какими именно политиками переговорил Путин. И на вопрос журналистов, поздравил ли российского президента его американский коллега Дональд Трамп, Песков ответил отрицательно. По словам представителя Кремля, российский лидер проводит день рождения с родными и друзьями. Ну а ранее Путину с поздравлением позвонил премьер-министр Медведев. Свои поздравления российскому лидеру направили также президенты Белоруссии и Молдавии Александр Лукашенко и Игорь Дадон, а также президент и премьер-министр Армении Армен Саркисян и Никол Пашинян. Ну а накануне президент России отдохнул в Сибири в одежде российского бренда «Армия России». Путин провел время в Туве, где вместе с министром обороны Сергеем Шойгу гулял по тайге. На снимках президент позирует на фоне сибирского ландшафта в куртке, стоимость которой на сайте «Армии России» составляет 7600 рублей. Куртка, как у Путина, стоит 7090. Также есть брюки и жилетки цвета хаки. Правда, говорят, последние в настоящий момент отсутствуют в онлайн-магазине. Однако есть аналогичные модели. Производители полагают, что после демонстрации их изделий на президенте товар будет пользоваться огромным успехом. Для отдыха на природе Сергей Шойгу выбрал продукцию этой же российской марки. Шойгу надел серую толстовку с белым логотипом на рукаве за 1890 рублей – и брюки камуфляжной расцветки. За 3290 глава государства и Сергей Шойгуль гуляли в лесу, любовались пейзажами, а также собирали грибы. В качестве сувенира из тайги Путин увез найденную шишку, а сопровождавший его Сергей Шойгу, в свою очередь, выкопал куст брусники, который Путин посоветовал ему посадить на своей даче.